Друзья, доброго дня, с вами Михаил Москотин. Я записал это видео и посвятил его одному из важных инструментов в сфере продаж. Инструмент очень простой, возможно, вы о нем слышали, я его безумно люблю и я искренне в него верю. Эта техника или инструмент называется следующим образом. Нет у меня уже в кармане. Вы знаете, огромное количество продавцов стесняются, боятся, сомневаются и принимают решение не просить и не спрашивать о чем-то у своих клиентов. Простой пример. Смотрите, у меня в руках нет ручки. У меня абсолютно пустые руки. И слева от меня, в кадре не видно, находится красивая девушка. И я не знаю, как она отреагирует на мою просьбу, но все, что я могу сделать, я могу повернуться и сказать: «Дай, пожалуйста, ручку». Я вижу, что у нее в руках ручка. «Дай, пожалуйста, ручку». Клево, и ручка у меня появилась. У меня не было гарантии, что она мне даст эту ручку. Я не знал, может быть, она откажет или передумает. Но я попробовал, я сделал эту попытку, и ручка у меня появилась. Теперь внимание, я мог сказать: «Дай мне, пожалуйста, ручку», а она могла сказать «нет», могла проигнорировать, могла любым другим способом поступить со мной. И у меня не было гарантии, друзья, услышьте простую идею. В жизни гарантий нет. Но не попробуешь, как узнаешь. Тем более нет у меня уже в кармане. У меня не было ручки. Если бы она мне ее не дала, хуже бы в моей жизни точно не стало. Услышьте меня. У вас нет сделки в сегодняшнем дне. И если вы сделаете нужное количество попыток, ребят, эта сделка появится. Потому что есть вопрос статистики. Рано или поздно количество попыток переходит в качество попыток. Тем более нет у вас уже в кармане. Но что вы теряете? Ничего. Отказал один клиент, звоним другому. Отказал один поставщик, звоним следующему. Отказал один человек, переходим к другому. Друзья, с этим нет проблем. Все проблемы в нашем эго. Потому что нет, вы интерпретируете как неудачу. Друзья, запомните, нет у меня уже в кармане. И чтобы у меня появилась ручка, все, что мне нужно ее попросить. И у меня нет гарантии, что кто-то мне ее даст. Но пока я не попробую, я ее не получу. Друзья, вы удивитесь, но огромное количество людей с радостью вам скажут «да». Но для того, чтобы это узнать, необходимо попробовать. Вы знаете, есть три типа людей, три типа продавцов, три типа сотрудников. И первый тип выглядит следующим образом. Они сперва делают, а потом думают. Ему нужна ручка, и он просит, и кто-то ему отказывает, кто-то не отказывает. Он получает или не получает, но он сперва сделал, а потом подумал. Есть второй тип. Они сперва думают, а потом делают. Ага, мне нужна ручка. А какая мне нужна ручка? А как лучше спросить? Попробую вот так. Спрашивает и получает. Бывает, не получает. Гарантии нет. И есть третий тип. Вот этих людей большинство на планете Земля. Они сперва думают, а потом думают. Они потом отдыхают и снова думают. А может быть, ручка — это не мое? А может быть, не в ручках счастье? А где гарантия, что мне дадут ручку? А если не дадут, что скажет сосед? А если я у него попрошу ручки, а она ему самому нужна? И вместо того, чтобы сделать действие, все, что делают люди, они думают. Но от того, что вы думаете, друзья, в реальном мире ничего не происходит. Тем более нет у нас уже в кармане. Ну чем мы рискуем? Ну не было ручки и не будет. Не было денег и не будет. Не было клиента и не будет. А вдруг появится? Я желаю вам каждый день делать новые попытки в своей жизни, улучшать качество продаж, качество своего бизнеса и, самое главное, качество своей жизни. Если вам понравилось это видео, если вам понравилась идея про «нет у меня уже в кармане», ставьте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал, получайте уведомления о новых видеороликах. И если вам это видео было интересно, пишите в комментариях. Если нет, тоже пишите, я буду рад любой обратной связи. До новых встреч у меня на канале, а также на наших тренингах, открытых и корпоративных, на наших мастер-классах и различных конференциях. С вами был ваш тренер Михаил Москотин. Пока!